Я нахожусь в Ливии, город Понтичерри, КФС. Сижу здесь так хорошо, на улице жарко, 35, а здесь кондиционер. Здесь такая красота. Ребята, вы не поверите, я здесь отдыхаю. И никто из индусов, те, которые продают и работают, не предъявит вам претензию, что, это вы тут сидите. А что это вы ничего не заказываете? Да потому что мы сытые. А знаете, почему мы сытые? Мы зашли в наше любимое кафе, где мы поели минус, так называемый, еще с собой риса унесли. А потом мы пошли в храм Ганеш. А в храме Ганеш нам дали очень много таких каш разных, которые просадом называются, которые мы теперь будем 2 дня есть. А еще нас позвали на обед, где бесплатно каждый день все едят, пьют водичку и кушают сколько хотят. Так что здесь голодных нет.